What do you feel when I surround you? Show you the way to be the palm. What do you hear when I recount you? The 2012 Christmas come. Мы сейчас идем ужинать. Нам пообещали египетской еды. Честно говоря, я не знаю, что такое египетская еда, но я надеюсь, что это не предыдущий диджей, с которым вечеринка прошла не очень хорошо. Только что нам предложили попробовать живого верблюда, но мы отказались. Здравствуйте, спасибо, спасибо. Все что-то предлагают, мы пока не соглашаемся. Главное, египетская еда из бывшего диджея. На самом деле приносят здесь еду очень быстро, поэтому если вы, мне кажется, доготовят даже быстрее, чем когда в Макдональдсе попросишь двойной чизбургер сделать без лука. А не двойной, роял чизбургер, двойной так без лука. Вот принесли из супчика, быстренько сок намешали какой-то, но мы ждем на самом деле мясо. Ждем мясо, ждем курицы, ждем полного отвала для желудка. Еще минуту назад я тут рассуждал о гамбургерах, а уже принесли курицу, вторую курицу, а третью курицу не принесли. Очень быстро готовят, мы не успеваем есть, главное, чтобы все не остыло. А еще наш провожатый куда-то ушел, свой. Приехал еще какая-то. Thank you. Короче, у нас уже большой шведский стол, а как я сказал, наш провожатый куда-то ушел, сказал, что он пошел в банк. Я надеюсь, что он нас не потеряет, и мы все-таки сегодня доедем до выступления. Приятного аппетита всем. В общем, поели мы на славу. Огромное спасибо Эзу и всей египетской компании за то, что вкусно кормят. Мы пошли выступать. Всем, друзья, огромный привет! Меня зовут Диджей Фил. Третий раз я нахожусь в славном городе Шарм-эль-Шейх за последние 3 месяца. И сегодня у меня еще одно выступление в клубе Space. Легендарная площадка. Кстати, кто не в курсе, клуб Space, их всего, по-моему, 4 сейчас есть в мире. Это, естественно, главный на Ибице. Затем этот Space, еще, по-моему, Space в Дубае и еще где-то. Короче, сегодня будет выступление. Сегодня мы ждем большого количества людей, потому что в новогодние праздники, ясное дело, все едут куда? Правильно, на выступление Фила в город Шарм-эль-Шейх. Так что сегодня мы здесь встречаемся вот на этом танцполе. О клубе я уже вам много рассказывал, поэтому не стоит об этом что-либо говорить. Просто сегодня будет классная вечеринка, и мы еще увидимся.